iPhone, который продают в России, оказался хуже, чем в США, Китае и Японии. Туда отправляют устройство с модулем Qualcomm, а нам с модемом Intel. И у него ниже скорость передачи данных, то есть, попросту говоря, интернет медленнее. Это показала проверка американских аналитиков. В идеальных условиях модули выдают одинаковую скорость, но чем слабее прием, тем хуже показатели Intel. Это уже не первый случай, когда Apple обвиняют в утаивании от покупателей использование комплектующих разного качества в своих гаджетах. Также было и с модулями памяти на 7-й модели и с процессорами iPhone 6s. Аналитики считают, что виной всему сумасшедший спрос на iPhone, из-за чего Apple приходится заказывать некоторые комплектующие у разных партнеров, которые делают их по-разному. В любом случае, выход у российских поклонников яблока есть. Можно просто заказать гаджет из США. Кстати, стоит он будет процентов на 30 дешевле.